как обычно, делюсь с новыми приобретениями. И вот одно из последних приобретений – это циклон. Что такое циклон? Многие знают, кто-то не знает. Для тех, кто не знает, просьба отписаться в комментариях про тех, кто пользуется им. Какие-то, может, да, отдельные советы. Буду я лично благодарен. И благодарен те люди, которые про это не знают. От себя скажу, та информация, которой я владею, она очень скудна, но кое-что могу рассказать. Во-первых, благодарю того человека, который мне все это выслал. Ссылка будет под видео, как вы к нему можете обратиться и купить на территории Российской Федерации, территории Беларуси. Значит, выслал он мне такой шланг металлизированный, очень мощный, хороший. Наверное, сколько? 3 метра будет, то есть нормально. И вот такие вот циклончики. В комплектации идет. Один циклон у меня уже заказали, то есть один циклон уже уходит к Николаю из города Полоцк. Значит, эта вещь предназначена для того, чтобы сэкономить ресурс пылесоса. Пылесос прослужит гораздо дольше, не надо будет чаще менять фильтра, и весь мусор основной, это как фильтр грубой очистки, он попадет непосредственно в само ведро. Ведра от себя скажу, желательно брать или металлические, или с хорошими ребрами жесткости, потому что тонкостенные, они будут всасываться. И, по-моему, я там на Золурации советовался 25-30 литров, такой оптимальный вариант, а вот 15 до 30 литров. Хорошие ведра шитроковские. В комплекте идут вот такие вот шаблончики, сейчас я покажу вам. То есть такая вот наклеечка, она двухсторонняя, шаблончик. Предположим, мы на это ведро будем монтировать. Посередине она наклеивается. 4 самореза с шайбами. То есть вгоняется. Крышка здесь будет торчать. И саморезами, шайбами здесь закручивается плотно. Все. На любое ведро мы здесь сделали. Осталось только две вещи. Это переходники и трубки. То, что вещь очень эффективная, даю гарантию 100%. С людьми общался непосредственно, которые с циклонами работают, с Полоцка, с Минска. Даже ребята, которые фрезеруют гипсокартон, где вообще один фильтр на Festool стоит 50 евро. Вот и сами думайте. Один фильтр. После того, как работаете с циклоном, пыль или какая-то грязь вообще не попадает. Весь мусор за счет завихрения воздуха попадает именно в ведро. Поэтому такая вот вещь необходимая. Опять же говорю, делитесь, кто знает какую-то информацию. В процессе я еще сниму видео о том, как я смонтировал, может быть, будет видео, как я это буду монтировать и насколько он удобен, потому что еще не работал, только разговаривал с людьми. Насколько это полезная вещь, решать вам самим. Вот, вот такая вещь. Для строителей, я считаю, вещь незаменимая, необходимая, нужная. Вот. Такое сегодня видео. Все, ребята, всем пока. До новых встреч.